перламутра, солнце холодное раннее. Где наша первая встреча, яркая, острая, тайная, в тот летний памятный вечер, милая, будто случайная, не уходи. Тебя я умоляю, слова любви сто крат я повторю, пусть осенью дверей, я это твердо знаю, но все же не уходи, тебе я говорю, наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спета столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна. Нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спета столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна. Евгений Дятлов, Николай Криворучко. Женя, я вот я и мои сверстники, кто родились сразу после Великой Отечественной войны, долгое время жили в атмосфере ее отголосков. Это были рассказы родителей о боях. Это и многочисленные военные песни, которые звучали везде и всюду, на всех праздниках. Это и многочисленные документальные фильмы, художественные фильмы. То есть эта тема защиты Родины, героизма советского воина была для нас очень близка и понятна. Ну, теперешняя молодежь немножко как-то так смотрит на войну, как на события середины прошлого столетия. И тем мне приятнее было узнать, что у тебя большая программа, посвященная военной песне. И не просто военной песне, а, ну, расскажи. Хорошо. На самом деле, действительно, все эти песни, они рассказывают об одном. Они рассказывают о тяжелом труде, ратном труде русского воина. И программу эту, естественно, я посвятил именно русскому воину, начиная, в общем, включает в себя объем Первой мировой и заканчивая уже теми войнами, которые длятся и сейчас. Потому что солдат, честно выполняющий свой долг во все времена, это действительно наше достояние, и честь ему, хвала и поклон. Конечно, огромный кусок посвящен Великой Отечественной войне. Это песни, которые были написаны в этот период, написанные после. И я вот единственно в этой программе позволяю себе петь песни Владимира Семеновича Высоцкого, которые, естественно, написаны о войне. И сегодня хотелось бы вам исполнить песню «Сыновья уходят в бой». Сегодня слышно биение сердец, оно для аллей и беседок.
Я падаю грудью, падая с венец. Подумать, успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой, еще не конец. Конец — это чье-то начало. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. Спасибо. Мы с Женей оба театральные актеры, окончили театральный институт. И для нас, наверное, самой близкой темой является тема песен в кино. Да? Я в своих программах много пою песен, потому что я озвучил много художественных фильмов. Ну, я-то понятно, я пою те песни, которые я пел. А вот ты чем руководствуешься в подборе песен из кинофильмов? Ну, потому что в первую очередь эти песни... Эти песни, они пронизаны вот этим духом актерским, они пронизаны какой-то... вообще душа этих вот песен, которые звучат в кинофильмах, она наполнена как раз вот этим всем содержанием этих фильмов, которые мне